Мы снова в эфире. Усаживайтесь поудобней. И что? Начинаем? Как я люблю играть с вами. Это так весело. Лучшая игра и лучшие зрители моего канала. Разве это не чудесно? Я самый счастливый игрок на свете. Это так здорово играть с вами. Игра приносит просто массу удовольствия. Играй со мной и веселись. Смотри, как надо играть. Запомните, ребята, я даю только бесплатные уроки по прохождению игр. Смотрите мой канал целый день, и вы будете играть еще уверенней. Поддержите мой проект по созданию чудо-прохождений. Подпишись на мой канал и ставь лайк под моим видео. Sanchez shoots, good save. What a finish. Let's see that one again. Ух! Не так уж легко играть. Но не будем отчаиваться. Давайте вместе продолжать. Вперед, вперед, к победе, ребята, вперед! It's 2-0 now. Советуйте эти видеоигры прохождения своим друзьям, и они точно будут вам очень благодарны. Ведь вы им не только покажете, как я играю, вы им подарите чудеснейший мир приключенческих игр. Они будут восхищены, где же вы среди этой массы видеоигр нашли такие чудесные и приключенческие. Moreno, great tackle. Vargas, what a well-timed tackle. Дорогие зрители моего канала, пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить за подписку и комментарий на мое видео. Вы такие желанные мои зрители. Только хочу еще раз заметить, будьте более активней. Если вы еще не поставили лайк, обязательно поставьте и поделитесь этим видео прохождением со своими друзьями. Они тоже хотят смотреть видео-мультики прохождения игр. Не робей, делись и будь веселей. Я самый счастливый человек на земле. Я играю со своими самыми любимыми зрителями. Это такое удовольствие кого-то учить играть, показывать самые легкие пути прохождения. Ребята, я надеюсь на вашу поддержку в будущем. А сейчас продолжаем. Off we go. Well, I want to hang on to this lead and possibly try and add to it. Should be a really interesting second half. Well read. Oh, great tackle. Sanchez. Defending.
В дальнейшем будет разыгрываться игровая приставка и игровой планшет. Будь активным, комментируй видео и подписывайся на канал. Стань участником нашего проекта, ведь наш канал самый первый на YouTube, который развивает мышление и смекалку. Какой это удивительный сказочный мир мультяшных игр! Такое приключение! Такое волшебство! А как вы думаете, такое по-настоящему бывает? Пишите в комментариях свои впечатления. Напишите также, удается ли вам удачно проходить все уровни моей игры. Ну смотрите, как здорово я все прохожу. А вы так можете? Ну это уловка. Вот это капканы. Создатели игры даже не подозревали, кто будет играть в нее. Ничто не сможет помешать нам добиться успеха в игре. Игра просто суперская. Лучшая в своем роде. Скоро выйдут новые серии. Не пропустите. Ну что? Играем дальше! Ребята, я заметил, что как только у меня появляется много лайков в видео, я стал больше для вас записывать видеороликов о прохождении своих игр. Так что всегда побольше ставьте лайк на видео и наслаждайтесь просмотром. Ничего лучше не бывает, как спокойно играть себе в игры и ни о чем не думать. Играть и развиваться. Ведь игры развивают мышление. И вы становитесь намного, намного умнее. Играй в чудо-игры и набирайся опыта. Опыт — это бесценный клад. Его можно применить в каждой игре. Играй со мной без остановки, и сама игра принесет тебе массу удовольствия и просто хорошего настроения. Самое интересное в игре ждет тебя дальше. Смотри и запоминай, как нужно играть. Вся магия происходит прямо сейчас. Не каждый сможет так легко уворачиваться и достигать цели. Но мы не сдадимся и добьемся своего. Вперед к победе!
Дача от нас никогда не отвернется. Ведь мы осторожны во всем. Как бы мы ни играли, мы очень серьезно подходим к игре. Намечаем самые малейшие детали в игре. И никогда не делаем ошибок. Вот видите, как я играю. Вот так и надо. Вперед! Продолжаем. This is ambitious. Now that's class. A wonderful finish. Ну я прямо не ожидал, какую крутую фишку я раскрыл в этой игре. Потом покажу. Во, вообще отпад. Зная это, я очень скоро пройду игру до конца. Все забываю спросить, друзья. Как у вас проходит прохождение игр? Как вам удается? Или вообще ли удается проходить эти сложные уровни игры? Вы привыкли уже? Чувствуете вкус игры? He's onside here. Well cut out. What a well-timed tackle. Sends it long. Знаете что? Мне сегодня удалось запечатлеть самые интересные кадры игры. Я открыл там такой секрет. Сам просто не ожидал, что такое может быть. Я потом в конце вам обязательно все покажу. Кто еще не знает, где кнопка лайк находится? Она под видео. Жмите, ребята, не стесняйтесь. Вы можете делать что вам угодно. Вы просто суперзрители. А я буду и дальше снимать видеоролики прохождения нашей замечательной игры. Ну что, давайте продолжим дальше играть. All square then. Well read. No advantage there. Ребята, ну как вам нравится прохождение? Ну, отвечайте, не стесняйтесь. Ну ясен пень, что нравится. Кому же не понравится окунуться в мир приключенческих игр? Ну а я прохожу дальше и буду играть и радовать вас новыми приключениями в новом своем прохождении. Ух ты! Вы видели, что только что произошло? Как я ловко все сделал, правда ли? А это все упорный труд и много часов тренировки. Повторяй за мной и набирайся опыта игры. Становись супер геймером в истории. Пусть именно на тебя равняются все игроки в мире, ведь именно ты заслуживаешь такой награды. Фернандес. No advantage there. Now he's weighing up his options. Когда вы посмотрите до конца все мои видео, вас ждет сюрприз. Вас уже никто не сможет переиграть в эту игру.
вы станете самым известным игроком в целом мире. Будете побеждать самых крутых игроков. Ведь именно ты станешь тем супергероем, который так ловко справится с любым заданием. Самые страшные тайны сегодня обязательно будут раскрыты. Смотрите, друзья, как мультигра прекращается увлекательное путешествие в мире анимации. Все кажется таким сказочным и волшебным. Это как раз то, что нам нужно, окунуться в сказку. Смотрите и наслаждайтесь. Запомните, всегда будьте бдительны. Ведь все неожиданное всегда подстерегает вас. Малейшая ошибка, и все пропало. Нужно начинать игру сначала. Marcelo away. Now Luis. We did really well there. And the team swap possession again. Видите, как я играю? Повторяйте за мной. Учите каждый мой шаг. Зарабатывайте баллы, и у вас будут дополнительные жизни, которые вы сможете использовать в дальнейшем для прохождения этой сложной игры. Все здорово у нас получается. Как бы всегда нам все получалось. Да, и чтобы мы никогда не проигрывали. Ведь нам этого и не надо. А мы не проиграем. Ведь мы придерживаемся простых правил. Наш девиз – никогда не сдаваться и идти только вперед. For an exciting game of football today. Some quality players on the pitch, so relax and enjoy. Sanchez. Oh, he did really well there. Suarez. Isla. Oh, great tackle. Вот это приключение прохождения игры. Такое чувство, что я сам творю судьбу в игре. Будем проходить дальше. И нас не остановят никакие преграды. Наша воля к победе непреодолима. Вперед, друзья! К победе! Вот задаю себе вопрос, какую игру мне играть дальше? Я их уже столько проиграл. Может, вы мне поможете в этом? Напишите обязательно в комментариях, какую игру мне проходить дальше. Это так мне поможет. The assistant's kept his flag down, he's onside! Super игра! Now, can they make something of this? Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Игра просто класс! Надеюсь, мы с вами будем играть всегда и никогда не будем проигрывать! And
that's cleared up field and good interception. Great tackle. Магия волшебства в моих играх становится все реалистичнее. Играйте вместе со своими друзьями и наслаждайтесь великолепными игровыми моментами. Ведь все я это делаю только для вас, мои маленькие друзья. Ведь вы мой самый благодарный зритель. There's the half-time whistle. It wasn't a great opening 45 minutes, but we've got the second half and still plenty to play. Ой, что сейчас произошло? Как же быстро все происходит, аж глаза расплываются. Но мы будем внимательны и осторожны. Ведь так много еще интересного у нас впереди. Смелей в игру, скачивайте и играйте вместе со мной. Но смотрите внимательно, здесь могут быть ловушки и непроходимые места. Но мы преодолеем все. Правда, ребята? Вперед к новым вершинам. Нас уже ничего не остановит. Oh, great tackle. Sanchez. Wow, that was close. Not mention it there at all. Oh, great tackle. Как все магически происходит, словно волшебство. Что же делать? Как это обойти? Как я это пройду? Ребята, не забывайте подписаться, комментировать, нажимать палец вверх под видео. Я в вас верю, друзья. Я знаю, вы меня никогда не подведете. Вперед! Прорвемся! Ведь в нас сила магической мышки! Вперед! Oh, he lost his head there a bit. Bad challenge. No cards yet from the referee. Поспешите скачать себе эту игру и пройти ее всю до конца. Это просто незабываемое приключение. Vargas. Ну просто бомбовая игра! Как все красиво развивается! Какая интересная графика игры! Какой закрученный сюжет! Во авторы на славу постарались в разработке такой чудесной игры! Ну что, давайте продолжим и дальше играть! Супер игра и супер зрители! Я очень рад, что вам нравится моя игра. Буду и дальше продолжать играть для вас. И трудные уровни нам будут не помеха. Мы добьемся своего и пройдем всю игру до конца. Ну ладно. Не будем останавливаться, а пойдем дальше покорять суперсложные уровни игры. Ваша подписка – это еще один стимул к записи очередной моей игры. Если ты еще не подписан на мой канал, сделай это прямо сейчас. Классно мы играем. Это просто
супер прохождение! Я такого еще не видел! Как же все запутано! Тут нужно хорошо подумать, прежде чем предпринять хоть что-то. Посмотрим, что же будет дальше. Вот это да! Вот это скорость игры! Как круто! Словно песня! Все по полочкам я сейчас вам покажу. Эта игра предусмотрена только для самых настойчивых игроков. Слабакам здесь не место. Смотри и запоминай каждый мой шаг. Мне научиться вообще невозможно. Все и так уже становится понятным. И мы дальше будем продолжать играть. Все круто! Ребята, кому нравится, то ставьте лайк под видео. Это такая рука с пальца вверх. Буду вам очень признателен. Жизнь такая классная штука. Вот сидишь себе и играешь в чудо игры прохождения. Это так прикольно, что столько людей смотрит на твои видео прохождения, и сразу появляется у тебя так много друзей. И это так здорово. Так что подписывайся, не робей, и смотри продолжение моих супер видео прохождений. Здесь нужно не просто играть, а играть вдумчиво, следить за каждым шагом игры. Ведь маленькая ошибка и все. Проигрыш обеспечен. Будем расстраиваться. Это еще не конец. Сейчас еще немножко. Вперед! Друзья! У меня есть одна отличная новость. С сегодняшнего дня я буду записывать еще больше и больше новых видео для вас. Так что делитесь с моими видео с друзьями. Пусть они тоже смотрят и наслаждаются моментом игры. Не пропустите ни одного моего видео. Поверьте, они будут выходить еще интереснее, чем были. Все, кто смотрит, ребята, подписывайся на мой канал и самым первым смотрите самые лучшие видео мультфильмы. Делай как я, и все у тебя получится. Даже не сомневайся, ведь сомнения только мешают тебе, придают неуверенность. Внимание! Викторина! Ура! Напиши в комментариях, как ты играешь, свой уровень профессионализма,
стань самым крутым игроком на моем видеоканале. Игры-мультфильмы. Будь первым. И тебя ждет сюрприз. Oh, that was close. Aguero. Oh, it's an equalizer. All square. Let's have a look at that one again. Я просто в шоке. Как это невозможно пройти? Ох, легкотня. Не правда ли? Смотри и учись. А будешь играть каждый день, так сразу и профессионалом станешь. Не упусти свой шанс! Возьми и срочно подпишись на канал, чтобы смотреть только свежие видеоигры для себя! Нет, я не буду отдыхать, пока не пройду ее до конца. Не будем даже расслабливаться. Вперед к победе! Это лучшая игра! Будем продолжать играть и никогда не будем проигрывать. Я никогда не знал, что играть можно с таким удовольствием. Вот играешь и прямо чувствуешь. Какое у тебя хорошее сразу настроение становится. Как все вокруг становится добрым и прекрасным. Так что смотрите мои прохождения, и у вас всегда будет хорошее настроение. 15 Vargas, Sanchez, Rojo on the ball, Fernandez. Ничего лучшего и не придумаешь, чем спокойно играть себе в игры и наслаждаться этими незабываемыми моментами прохождения. Ведь они все такие разные и чертовски интересные. А эти герои такие смешные и прикольные. Ну что же, будем продолжать играть. And he's back in possession. Well, we're still level after extra time, so it's the dreaded penalty shootout. So the penalty shootout is nearly underway. Oh, good penalty. Which way will he put it then? Просто чудесная игра. Да, все очень хорошо складывается. О чем еще может мечтать скромный геймер мультяшные игры? Хотелось бы, чтобы вы побольше смотрели мою игру и писали в комментариях свои впечатления от моего прохождения игры. Вы пока подумайте, что писать. А я буду, что? Продолжать играть! Не будем расстраиваться. Пока.
гораздо неудачной попытки. Ну, конечно, есть моменты и неудачи, но они терпимы, и мы их с легкостью отпускаем и не унываем, а наоборот, не отчаиваемся и проходим дальше. Победе, ребята! Победе! Малыш, а ты знаешь, что всегда надо слушать маму и папу, а уж потом играть, как я. Знаете, девчонки и мальчишки, самая лучшая благодарность от вас. Это лайк, то есть нажмите на палец вверх под видео. Вы самые лучшие. Играйте, запоминайте все мои уроки по прохождению. Моя магия всегда с вами. Вы самые лучшие. Как же все удачно складывается, как сказочно все происходит, все быстро меняется, это просто какая-то магия. Все неизведанное так манит к себе, но все сейчас будет раскрыто, мы пройдем до конца. Вы мне в этом поможете? Правда, ребят? Пишите в комментариях. Я специально собрал на своем канале самые интересные игры для вас, чтобы вы могли смотреть и делать, как я. Если что-то не запомнили, так сразу заново пересматривайте, и все у вас получится. Будем вместе играть и никогда не проигрывать. Да, ребята! That'll be a booking. Yellow card. Oh, and it's the first card of the day, and it's yellow. Can they make it count? He's knocked it long. Striker's ball. Ребята, знаете, что игру нужно почувствовать. А чтобы прочувствовать, нужно не один раз пересматривать мое видео. Это и есть опыт прохождения. Ну что же, продолжим. Oscar on the ball. Oh, a very badly timed challenge. Oh, great tackle. Как мне весело с тобой играть! Ты мой самый благодарный зритель! Не забывай, что у каждого видео есть описание, и оно находится под этим роликом. Открой это, и тебе откроется тайна ссылок. Живи на них и пойдешь в сказочную страну новых моих видеоуроков по прохождению мультяшных игр. So, a few changes at the break. Let's see what difference they make. And off we go. So, neck and neck at half-time.
The next 45 minutes should prove decisive here. Marcelo. Ой, как все забавно, как все крутится, вертится. Только бы не ошибиться. Вы поможете мне, ребята? Я в вас верю. It's with the striker. Просто потрясная игра. Продолжаем и дальше игра. They have the ball again. Silva. Using the width here. Super challenge. Did really well there. Good interception. Как же я рад, что мы опять вместе играем. Ну что же, продолжаем. Как все сказочно и интригующе развивается, прямо как мультфильм смотришь. Как же я люблю с вами играть. Это такое удовольствие. Играя с вами, я никогда не проигрываю. Я ловок, как Супермен. Давайте же продолжать играть. Вперед! Well, that looks tight, but a good call by the referee's assistant. Silva. Oh, he did really well there. And he stayed onside. Ну это просто сказка. Как все отлично складывается. Видите, как у меня все получается. Играть и не сдаваться. В любом случае, ведь мы нацелены только на победу, правда, друзья? Long to go till the 90 minutes is up, and the fourth official has indicated 2 minutes of stoppage time. We snatch full time and we'll square onto extra time and possibly penalties. Все, кто смотрит, подписывайся на мой канал. Комментируй видео, жми палец вверх, ведь тебе нравится, как я играю, правда? Ты будешь точно так же играть. Да, у тебя не сразу получится, но все равно, своим упорством ты будешь играть все лучше и лучше. Малыши! Побольше улыбайтесь, ведь я так стараюсь, чтобы раскрыть все сердечные нашей игры. Ребята, не забывайте поделиться этим видео с другом или другими своими друзьями. Ведь они тоже отличники и тоже хотят смотреть твои мультики. Кнопку «Поделиться» вы найдете всего лишь под видео. The defender's back on the ball. Рамирес. Лучшие моменты моей игры запечатлены именно в этом видео. Долгожданный суперролик теперь есть. И вы сможете смотреть его прямо сейчас. Я долго готовился к нему, и наконец-то он вышел в эфир. Так что смотрите и наслаждайтесь супер игрой. Победа будет обязательно за нами. Как чудесно мы с вами проводим время. Можем расслабиться
и покорять новые уровни нашей игры. Ой, чтобы только не проиграть. Ведь так не хочется начинать все сначала. Веселей, эгегей! Вот это уровень! Просто классное у меня настроение! А как у вас? Пишите в комментариях, не стесняйтесь! Я потом все пересмотрю и буду отвечать на них. А сейчас можете просто поставить лайк. А также не забывайте подписываться на наш канал. На что мы способны, а способны мы на многое. Играй с уверенностью и побеждай в нашем нелегком деле. Знай, удача всегда с нами. Ребята, зовите всех своих друзей позырять, как нужно правильно играть. Здесь раскроются все секреты игры. Самая лучшая и интересная игра ждет всех нас. Не пропустите. Давайте вперед! Друзья, вам будут только благодарны! Я словно в сказке в мире необычайных приключений. Ой! А вы видели, кто только что я сделал? Я раскрыл секрет! Хотите знать как? Очень просто. Ссылка в описании. Уже скоро наступит конец нашей увлекательной игры в мире приключений. Все, кто еще не подписался, обязательно подписываемся. Не забываем также написать свой отзыв в комментариях, свои впечатления от игры.